Друзья, сегодня состоялась акция «Я чист». Данная акция стала ежегодной, потому что в прошлом году получила широкий положительный резонанс. И в этом году мы снова устроили интерактивные тренинги, семинары, лекции, образовательно-коррекционные мероприятия, интеллектуальные игры для интернациональной студенческой молодежи. Мы надеемся, что наша акция «Я чист» станет действительно традиционной, потому что все ее символы очень тесно связаны с медициной. Белый цвет, цветок лилии, символ чистоты во многих традиционных культурах и во многих традиционных религиях. Мы надеемся, что ребята узнали о самом главном, о том, как не попасть в зависимость. Химическую, нехимическую, игровую, любовную. Как остаться свободным человеком, человеком, который может реализовать себя, остаться здоровым, остаться трезвым во всех смыслах этого слова. Просим вас поддержать в соцсетях нашу акцию «Я чист» и записать небольшой ролик со словами «Я чист для того, чтобы» или «Я чист потому что». Или «Я чист» и свою какую-то интерпретацию. Творчество приветствуется. И пришлите нам, пожалуйста, ссылку на свой ролик в соцсетях. Мы с удовольствием сделаем репост. Надеемся на встречу на следующих наших акциях в следующем году.